Все здания Одесского национального университета имени Мечникова закрываются. Причина – нарушение правил пожарной безопасности. Такое решение принял 5-й апелляционный административный суд. Запрет на эксплуатацию университетских зданий на Пастера, Шампанском переулке, Новосельского, Французском бульваре и многих других вступил в силу 21 апреля. Красная зона вернулась в учебные корпуса, лаборатории, научную библиотеку и даже обсерваторию. Специалисты выявили достаточно нарушений, чтобы пойти на радикальные меры. Отсутствие системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, эвакуации людей, отсутствие огнезащитной пропитки деревянных конструкций крыш, недостаток средств индивидуальной защиты, нарушение правил обращения с опасными веществами, а также размещение электрических розеток и выключателей на горючих конструкциях. Такое распоряжение суда продлится до тех пор, пока руководство университета не устранит все проблемные пункты.